присягнули закону и получили благословение на ратное дело. Более 40 работникам управления от имени директора Федеральной службы судебных приставов России были вручены медали за вклад в развитие службы, выслугу лет, почетные грамоты и благодарности директора ФССП России за особые успехи и достижения в служебной деятельности. Руководитель управления России по Чувашской республике Анатолий Иванов в своем выступлении обратился к вновь испеченным служителям Фемиды, пожелал им всяческих благ и отметил, что принятие присяги в День России – знаковое событие, большая честь и ответственность. От добросовестного отношения к работе каждого судебного пристава зависит авторитет судебной системы и будет ли торжество правосудия непосредственно на территории нашей Российской Федерации и на Чувашской Республике. От вас зависит, получит ли ребенок алименты своевременно, пополнится ли казна Российской Федерации денежными средствами, обязательно фискальными платежами, будет ли у государства достаточно средств, чтобы обеспечить нормальное существование наших граждан. Поэтому сегодня я вас призываю, принимая присягу около монумента славы, на всю жизнь запомните те слова, которые вы сегодня произнесете. Руководитель управления Министерства юстиции Российской Федерации Дмитрий Сержантов отметил, что от сотрудников службы судебных приставов зависит вера граждан в верховенство закона. Всегда помните, что перед вами граждане, которые имеют не только обязанности, но и права. Пасторское напутствие сотрудникам управления и благословение на службу Фемиде дал заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами клирик храма Николая Чудотворца Новочебоксарска иерей Владимир, который отметил, что сотрудники службы судебных приставов несут службу, и поэтому присяга обязывает их более ответственно подходить к своим служебным обязанностям. Также слова напутствия вновь присягающим прозвучали от члена общественного совета при управлении Владимира Ксенофонтова и ветерана службы Владимира Федотова. Торжественная церемония принятия присяги и вручения ведомственных наград завершилась возложением цветов к монументу воинской славы и общим фотографированием.